В эфире Омск ТВ новости. Смотрите сегодня. На пороге пятой волны в Омской области выявили 13 заболевших омикроном. За неисполнение в отставку Александр Бурков пригрозил местным министрам. Остановок больше, автобусов меньше. Что известно о грядущей транспортной реформе в Омске? Резкое подорожание. Почему омичам все труднее купить квартиру? В Омске обнаружено 13 заболевших омикроном. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре. Первый случай нового штамма коронавируса, зафиксированный в регионе, был выявлен у приехавшего из столицы Казахстана. Обнаружили заболевшего пассажира во время санитарно-карантинного контроля. Еще один заболевший прибыл из Югры. Отмечается, что остальные пациенты, у которых обнаружен омикрон, за пределы области не выезжали. В Роспотребнадзоре уверяют, все заболевшие изолированы. Заболевание протекает в форме ОРВИ, легкой степени тяжести. Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме. В ведомстве уверяют, что держат ситуацию под контролем. Новый штамм коронавируса «Омикрон», несмотря на свое быстрое распространение, пока не станет причиной нового локдауна. Об этом сообщает «Интерфакс». При этом, пишет издание, регионы в случае ухудшения эпидобстановки будут сами принимать решение о введении ограничительных мер. Также отмечается, уровень госпитализации пока не является критичным. Впрочем, в Омске к надвигающейся пятой волне уже начали готовиться. Как ранее сообщали в областном Минздраве, если на данный момент в ковидных стационарах развернуто 2288 коек и более 40% из них свободны, то при необходимости можно будет оперативно ввести в оборот еще 1735 коек. Кроме того, из-за распространения нового штамма коронавируса Совет Государственной Думы единогласно принял решение снять с рассмотрения депутатов законопроект о введении ковид-сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест. Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения. Четверо игроков омского «Авангарда» вошли в состав сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Это защитники Семен Чистяков и Дамир Шеребзянов, а также нападающие Арсений Грицюк и Кирилл Семенов. В сборную вызвали 37 хоккеистов, на Олимпиаду отберут 25. Зимние игры в Пекине стартуют 4 февраля. Первый матч Россия проведет против Швейцарии 9 февраля. Ранее оргкомитет состязаний сообщил, что билеты на Олимпиаду не поступят в открытую продажу. Решение связано со сложной эпидемической обстановкой в Китае. Болельщиков будут приглашать персонально. Группы зрителей обязаны строго соблюдать меры предосторожности. Международный олимпийский комитет сообщил, все участники игр пройдут обязательный карантин по прибытии на место. Олимпиада продлится до 20 февраля. Шокирующие кадры аварии в Омске. Появилась видеозапись ДТП на Красном пути у остановки Рабиновича. 17 января около полудня 23-летняя девушка на «Мерседесе» сбила 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Иномарка вылетела на тротуар, но других пешеходов не задела. На кадрах видно, пострадавшая начала движение на зеленый сигнал светофора, но не успела дойти пару метров, как загорелся красный. По правилам, пешеход имеет право завершить маневр, то есть дойти до тротуара. После столкновения женщина не смогла встать самостоятельно. Ее госпитализировали. В результате данного происшествия за медицинской помощью обратилась пешеход, женщина 57-го года рождения. Госавтоинспекции проводится проверка, по результатам которой будут установлены все причины и обстоятельства данного происшествия. В Омске в два раза увеличилось количество аварий. Региональная госавтоинспекция поделилась статистикой происшествий за 2021 год. В Омске зафиксировано 1142 ДТП. Это на 3,5% больше, чем в 2020 году. Самым опасным округом города стал Советский, где зафиксировано 259 аварий. Общее число погибших – 47 человек, пострадавших – 1515. Сообщается, почти в два раза выросло число происшествий из-за плохой видимости дорожных знаков. Однако в Омском дептрансе такую тенденцию объясняли негативным влиянием осадков. Якобы водителям мешают снег, дождь и туман. В ближайшее время появится перечень аварийных участков Омска по итогам 2021 года.
Омским министрам пригрозили отставками. На аппаратном совещании губернатор Александр Бурков жестко напомнил чиновникам о соблюдении сроков контрактов по нацпроектам. До 1 апреля региональные министерства должны заключить 100% договоров на федеральное финансирование национальных проектов. Сейчас подтверждено выделение Омской области более 12 миллиардов рублей. Глава региона подчеркнул, времени на раскачку нет. Неисполнение может стоить кому-то работы. Цитата. «Все бойко отчитываются, что все и у всех хорошо и красиво. Только документов никто еще не подал. С таким подходом можно сорвать всю контрактацию». Конец цитаты. На совещании рассмотрели и другие актуальные темы. Например, Бурков поручил Минздраву и Минтруда уже на этой неделе проработать вопрос с мобильными бригадами медиков для отдаленных районов области. Проработать вопрос по выездным бригадам медицинским для осмотра населения в отдаленные муниципальные районы. Вот были в Знаменке с Алексеем Петровичем. Люди ставят вопрос. Полностью диспансеризацию пройти не могут. Не хватает профильных врачей. Просят сделать выездными бригадами. Как мы с вами делали в 2018 году. И я напоминаю, количество выявленных больных было большое. И по онкологии. Это то, что необходимо это делать. Чистой питьевой водой в ближайшие годы будут обеспечены 99% жителей региона. Об этом заявил глава Минэнерго Антон Гаак. Впрочем, пока ей обеспечено только 88% населения области и 92% города. За минувший 2021 год, отчитывается министр, было реализовано три крупные программы в рамках нацпроекта «Чистая вода». На федеральные средства удалось провести ремонт скважин, насосов, спроектировать и построить новые водопроводы в Исельколе, Красном Яре, Калачинском и Тюкалинском районах. В 2022 году планируется осуществить модернизацию сетей водоснабжения в селе Хлебодаровка Русско-Полянского района. Будет начата модернизация сетей в селе Осокино Калачинского района. Планируются работы в Нововаршавке и Черлаке. Новую маршрутную сеть в Омске внедрят только осенью. О нюансах городской транспортной системы рассказал городу 55 исполняющий обязанности директора Дептранса Вадим Кормилец. Уже год городские власти разрабатывают новую маршрутную сеть. Внедрить ее изначально хотели с января 2022 года, но не успели. Специалистам необходима актуальная информация о пассажиропотоке. Теперь Кормилец назвал новый срок доработки проекта – до 1 июля этого года. На практике систему внедрят только после публичных обсуждений. Однако уже известно, сеть будет состоять из трех слоев – магистрального, меж- и внутрирайонного и подвозящего. Транспортная реформа призвана сократить время ожидания на остановке и самой поездки. Также чиновники хотят сократить количество автобусов, провести так называемую оптимизацию. Нам необходимо увидеть потребности в мощности пассажиропотока. Мы уже в дальнейшем определяемся с подвижным составом и количеством, и вместимостью. Либо это будут работать только луидоры вместимостью до 20 человек, либо луидоры вместе с автобусами среднего класса, либо средники. Естественно, чем выше пассажиропоток, тем больше провозной способности будет использоваться транспорт – троллейбусы, большие автобусы. Не исключено, что некоторые маршруты вовсе уберут, другие изменят, а новые им добавят. В зависимости от общей картины в Дептрансе рассмотрят возможность увеличения времени бесплатной пересадки. Что известно точно, пригородные маршруты по Омску больше ходить не будут. На подъезде к городу оборудуют 8 транспортно-пересадочных узлов. Люди оттуда смогут уезжать на городских автобусах. Так, по мнению чиновников, Омск разгрузится от сельских маршруток. В вопросе подвижного состава Вадим Кормилец сделал акцент на экологичном транспорте. Поэтому город будет закупать только большие автобусы на природном газе. Для полного обновления автопарка необходимо еще более 60 троллейбусов и 150 автобусов. Благоустраивать омские скверы начнут в апреле. Мэрия уже заключает контракты с подрядчиками. Заказчиком выступает Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Всего в 2022 году по федеральному проекту формирования комфортной городской среды благоустроят 11 больших территорий и 78 малых зон рекреации. На эти цели из бюджетов разных уровней будет выделено 536 миллионов рублей. По условиям контрактов подрядчики должны начать подготовительные и строительные работы на объектах в середине апреля. Гарантийный срок – 3 года.
Вторичное жилье в Омске подорожало на 35%. Наш город попал в топ-5 по росту цен на недвижимость. Средняя стоимость одного квадратного метра в начале 2021 года составляла 63 554 рубля. К концу года – 85 454 рубля. Увеличение на 34,46%. Исследование провела отечественная консалтинговая группа. Больше рост цен только в Калининграде, Севастополе, Сочи и Краснодаре. В целом по стране вторичка подорожала на 24%. Аналитики связывают это с повышенным спросом, который возник в период льготной коронавирусной ипотеки. Омск возглавил рейтинг городов с самыми сильными крещенскими морозами. Аналитики сервиса «Яндекс.Погода» сравнили среднюю температуру 19 января за последние 10 лет среди городов-миллионников. В Омске показатель составил почти минус 17 градусов, что обеспечило лидерство. На втором и третьем местах оказались Новосибирск и Красноярск. А самый теплый город – Ростов-на-Дону. Там крещенские морозы – это всего минус 2 градуса. В Омске самое холодное 19 января зафиксировано в 2016. В 2016 году столбик термометра опустился почти до минус 31. На грядущее крещение синоптики прогнозируют до минус 24 градусов ночью и минус 17 днем.